Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, 5 мая, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 48 по 54. Послушаем это евангельское зачало в прочтении и радьякона отца Даниила. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Аз есмь хлеб животный, отцы ваши едоша манну в пустыне и умроша, сей есть хлеб, сходя с небесе, даще кто от него яст, не умрет. Аз есмь хлеб животный, и же шедый с небесе, аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб его же аз дам, плоть моя есть, и уже оздам за живот мира. Пряхуся же между собой жидове глаголюще, как он может сей нам дать и плоть свою ясти? Рече же им Иисус: аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Яды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, я воскрешу его в последний день». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что он требует от них веры в его божественное предназначение, Спаситель снова говорит о том, что только вера в него дает вечную жизнь и спасение. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Следовательно, здесь Христос хочет сказать только, что вкушение истинного небесного хлеба дает человеку возможность после смерти воскреснуть к вечной жизни. Александр Павлович Лопухин замечает: «Отсюда можно заключить, что и слово Христа о странствовавших в Синайской пустыне евреях, что они умерли, по преимуществу означает то, что они умерли духовно, что вкушение манны само по себе не дало им возможности вступить с Богом в такое тесное общение, которое бы продолжилось и после их смерти. Умерши телесно, они за гробом не вошли в вечную блаженную жизнь». Еще более ясно и определенно говорит Господь далее: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Кто будет есть этот хлеб,
тот будет жить вовек, то есть такой человек и теперь живет настоящей жизнью и будет продолжать жить, несмотря на то, что душа его по смерти разлучится с телом. И тут же Господь, подразумевая свою предстоящую крестную смерть на Голгофе во искупление грехов всего человечества, добавляет: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». В своем труде «Очерк православного догматического богословия» протоиерей Николай Малиновский поясняет: «В этих словах Христос представляет плоть свою, человечество свое, с одной стороны, как искупительную жертву за мир, с другой, как пищу, дающую верующим живот вечный». Здесь таким образом дается самое ясное обетование касательно Евхаристии. В ней верующие будут вкушать самую плоть Христа и самое тело Его. Иудеи же, понимая слова Господа буквально, пришли в недоумение и стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Они поняли слова Христа в том смысле, что Он обещает им отдать на съедение свою живую плоть, свое тело в настоящем его виде и состоянии. А потому между ними произошел спор. Но Господь, желая пресечь их спор, подкрепляет уже высказанную мысль словами: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Здесь Господь уже во всей полноте и ясности раскрывает свое учение о необходимости причащения его тела и крови для спасения. Ветхозаветная Пасха была не только радостной трапезой, но и жертвой, ибо пасхальный агнец приносился в жертву Богу. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. Такое объяснение при вкушении агнца должны были давать отцы своим детям относительно крови на перекладине и косяках домов в ночь выхода евреев из Египта. На пасхальной вечере эту кровь символически заменяли вином. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Так как пасхальный агнец являлся прообразом Христа, как и избавление евреев от египетского ига послужило прообразом искупления мира, то в словах Христа о том, что для вечной жизни необходимо есть его плоть и пить его кровь, надо видеть замену ветхозаветного агнца плотью Христовой и символического вина кровью его. Это и есть новая Пасха, которую Господь пророчески изображает в беседе. Смысл слов Христа, дорогие братья и сестры, заключается в следующем. Кто хочет уразуметь искупление, совершаемое Христом в его крестной смерти, тот должен вкушать его плоть и пить его кровь. Тело и кровь Христовы дают самое тесное внутреннее общение с Господом, соединение с Ним, полагая начало внутреннему преображению и освящению души. Нам же следует помнить, что для спасения недостаточно только верить во Христа, но нужно соединиться с Ним, пребывая в Нем, дабы и Он пребывал в нас, что и достигается посредством таинства причащения тела и крови Христовых. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душа моя, Господа, благослови неси, Господи.